2022 год в истории велоклуба «Минск» получился особенным. Накануне десятилетия дружная команда профессионалов замахнулась на масштабные проекты и, как всегда, с успехом их реализовала. В велоклубе «Минск» прекрасно осознают важность работы не только с элитными спортсменами и молодежью, но и с детьми. И прошедший год в этом вопросе стал показательным. Однако соблюдем хронологию. Сезон 2022 континентальная шоссейная команда велоклуба «Минск» открыла в конце января в Турции. Турецкие гонки в этом году получились на редкость представительными по составу участников, собирая на каждый старт около 30 команд и более 150 гонщиков со всего мира. Стоит ли говорить, что конкуренция также значительно возросла? Впрочем, «Минск» такой поворот вовсе не смутил. Пристрелявшись и заработав первые в сезоне рейтинговые очки на первых гонках Гран-при Мега-Сарай и Гран-при Алании, проехав многодневку первой категории Тур Анталии, наши ребята набрали хорошую форму и обрели уверенность в своих силах. Это не замедлило отразиться на результатах. В Гран-при Жустиньяна 2022 приняли участие сразу 5 белорусских команд. Помимо гонщиков Минска, здесь же были представлены БелАЗ, Viva Rover, Велобайки и национальная команда Беларуси. На протяжении всей дистанции минчане контролировали ход гонки, а на финише команда сработала на Евгения Королька, и лидер не подкачал, опередив соперников в массовом спринте. Есть первая победа в сезоне! From Minsk Cycling Club, Короли Евгений! Учитывая, что днем ранее на пьедестал аналогичной женской гонки поднялась Анна Терех, выступление команды в Алании получилось великолепным. Победный настрой получил продолжение уже весной в России, на 67-й сочинской веломногодневке. Евгений Королёк, выступавший в майке национальной команды Беларуси, трижды поднимался на пьедестал. В активе спринтера Минска – победа на втором этапе, второе место на третьем этапе и третье место на четвертом этапе. Лучшим из белорусов в общем зачете по итогам гонки стал представитель Минска Василий Строков – 10-е место. А пока наши гонщики сражались и добывали награды на международных стартах, Минск встретил весну масштабным детско-юношеским фестивалем «Перший ровер». Первый велосипед — любовь на всю жизнь. Простая и в то же время отличная идея, позволившая объединить сотни детей. Мы в душу в это действительно вкладываем свою и делаем это с удовольствием и с любовью. Правда? Это как раз тот случай, когда детские улыбки говорят сами за себя. Естественно, организаторы переживали, а все ли получится? Все получилось. О важности работы с детьми многие говорят, но немногие могут придумать что-то такое, что действительно придется по душе. На протяжении всего года детско-юношеские соревнования по велоспорту «Перший ровер» собирали целые семьи в разных районах столицы. Оригинальная концепция и захватывающая программа никого не оставили равнодушным. А финальный фестиваль на велодроме «Минск-Арена» в октябре стал настоящим праздником для юных любителей велоспорта. В мае жаркие баталии развернулись на треке велодрома «Минск-Арена» в рамках открытого чемпионата Беларуси по велоспорту на треке. Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменов. Серьезную конкуренцию белорусским трековикам составили команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Тулы. Гонщики велоклуба «Минск» на домашнем треке чувствовали себя вполне комфортно и демонстрировали хорошие результаты. Анна Терех выиграла индивидуальную гонку преследования и гонку по очкам. А Анастасия Киптикова добыла победу в гонке с выбыванием. Здорово смотрелись наши девушки и в командной гонке. Сначала квартет в составе Анны Терех, Анастасии Киптиковой, Таисии Носкович и Каролины Бирюк, выступавшей за сборную Беларуси, выиграл квалификацию.
а затем в финале был сильнее сборной России. Третье место в этом виде программы завоевала команда велоклуба «Минск», за которую выступали Екатерина Русак, Ирина Чуянкова, Ангелина Краско и Алина Абраменко. У мужчин Евгений Королёк стал лучшим в скретче. Гонка складывалась непросто, но лидер сборной и велоклуба «Минск» в очередной раз подтвердил свой класс. Непростая, но красивая победа двукратного чемпиона мира. Взяли медали гонщики «Минска» и в ГИТе на 1000 метров. Александр Глова финишировал первым в возрастной категории до 23 лет и вторым среди элиты. Кроме того, Кирилл Гуцко занял второе место в финале среди юниоров. Здорово выглядели минчане и в юниорском скретче, забрав все призовые места. Здесь уже Гуцко стал победителем. В командном спринте среди юниоров на счету гонщиков Минска – золото, а в командной гонке преследования – бронза. Высокие результаты наши спортсмены показывали не только дома, где, как известно, и стены помогают, но и в гостях. В мае гонщики Минска отправились в столицу России, где выступили на трековом Гран-при Москвы. Уже в стартовый день гонок на велодроме в Крылатском белорусы добыли 6 наград. Анна Терех первенствовала в гонке с выбыванием. Евгений Королёк в аналогичной дисциплине стал вторым. На видных ролях наши спортсмены были и в других гонках. Королёк взял золото в своем коронном виде – скретче. Анна Терех в скретче заняла второе место. У юниоров отметим призовые места Александра Корниенко и Кирилла Гуцко. Не изменили себе белорусы и во второй день турнира. В гонке по очкам не было равных Евгению Корольку. Артем Зайцев занял третье место в Кейрине. Еще один представитель нашей команды, Роман Романов, также стал третьим. Всего на Гран-при Москвы наши спортсмены завоевали 12 наград. На Гран-при Санкт-Петербурга ярко проявили себя юниорки велоклуба «Минск». Алина Короткина выиграла «Омниум», а Полина Конрад первенствовала в гонке с выбыванием. В командной гонке преследования белоруски заняли третье место. Не осталось в Питере без наград и элита. В «Омниуме» Анна Терех взяла серебро, а Евгений Королёк – бронзу. Еще одна медаль на счету Дениса Мазура в гонке по очкам. Ярко выступив на треке, гонщики Минска продолжили радовать результатами на шоссе. Красивыми победами на этапах веломногодневки «Пять колец Москвы» отметились два Евгения – Королёк и Соболь. Мог остаться за Минском и общий зачет. Однако на последнем этапе уехавшего в желтой майке Соболя возникли технические проблемы. Как результат – четвертое место в итоговой генеральной классификации. Одним из главных событий 2022 года стал открытый чемпионат страны по велоспорту на шоссе. Когда Беларусь выступает организатором крупных стартов, нарекания возникают редко. На высочайшем уровне все прошло и в этот раз. Первый день соревнований принес велоклубу «Минск» 12 медалей в индивидуальной гонке с раздельным стартом. В какой-то момент трассу накрыл мощный ливень. Правда, это никак не отразилось на настрое участников. 6 раз представители Минска поднимались на высшую ступень пьедестала. Чемпионские титулы в разделке среди элиты завоевали Евгений Королёк и Анна Терех. Среди андеров не было равных Марку Гринкевичу и Алине Абраменко. Звезды юниоров остались за Кириллом Гуцко и Полиной Конрад. Богатым на медали получился второй соревновательный день. 14 представителей велоклуба «Минск» поднимались на пьедестал в смешанной эстафете, где выступали команды, составленные из 3 мужчин и 3 женщин. На следующий день команды переместились в Раубичи, где в рамках Олимпийских дней молодежи прошли групповые гонки. У юниоров минчане заняли весь пьедестал. Победителем стал Вячеслав Шпаковский. Серебро досталось Владиславу Ярошу. Замкнул тройку Кирилл Гуцко. У юниорок в этой же дисциплине тройка также состояла из представительниц Минска. Золото досталось Полине Конрад, серебро Ксении Шинкаренко, бронза у Юлии Усовой. Завершали программу открытого чемпионата страны групповые гонки среди элиты и андеров. Гонщики Минска одержали победы во всех категориях. Среди элиты лучшими стали Анна Терех и Александр Писецкий. Среди спортсменов до 23 лет золотые медали завоевали Алина Абраменко и Денис Марчук. Значимым событием в национальном календаре стал и чемпионат Беларуси в многодневной гонке, который прошел в 2022 году под вывеской «Тур Беларуси». Брест, Беловежская пуща,
Каменец, Слоним, Новогрудок. Организаторы грамотно подобрали локации и маршруты. Гонщики клуба «Минск» первенствовали в итоге во всех квалификациях многодневки. Победителем общего зачета стал Евгений Королёк. Приз самого активного гонщика получил Алексей Шнырко. Гороховую майку примерил Денис Мазур. Лучшим молодым гонщиком стал Марк Гринкевич. 2022 год войдет в историю как год единения и поиска альтернатив. Еще в марте Международный союз велосипедистов отстранил россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях, проводимых под его эгидой. В итоге пришлось полностью менять календарь и пересматривать приоритеты. Тем не менее, Белорусская федерация велоспорта и велоклуб «Минск» постарались создать максимально комфортные условия для того, чтобы спортсмены развивались и прогрессировали. Гонщики из России стали частыми гостями на белорусских стартах, а наши спортсмены регулярно выступали на соревнованиях в России, причем отнюдь не в роли статистов. В сентябре гонщики Минска стартовали на веломногодневке «Дружба народов Северного Кавказа». 10 этапов, 910 километров, 120 профессиональных гонщиков. Без побед велоклуб «Минск» не остался. Денис Марчук выиграл стартовый этап многодневки. Евгений Королёк дважды демонстрировал свои спринтерские качества и добивался побед на третьем и десятом этапах. В топ-3 восьмого этапа финишировал еще один минский спринтер – Владимир Гороховик. Значимым событием гоночного календаря стали международные соревнования «Нарт Адыгеи», которые прошли в российском Майкопе в сроки чемпионата мира и по его программе. Гоняться сюда приехали представители 8 стран – россияне, белорусы, сербы, иранцы, представители Египта, Казахстана, Узбекистана, а также Монголии. Первую медаль для белорусской команды завоевал представитель велоклуба «Минск» Марк Гринкевич, победивший в индивидуальной гонке среди спортсменов не старше 23 лет. Близки к победе были белорусы в мужской групповой гонке. Представители «Минска» Евгений Соболь и Сергей Шевченко здорово выглядели на протяжении всей дистанции и финишировали на втором и третьем местах соответственно. Солидно смотрелись наши спортсмены осенью и на трековых стартах в России. Открытый чемпионат России на велодроме «Локо-Сфинкс» в Санкт-Петербурге принес белорусам целую россыпь наград. Особенно стоит отметить выступление гонщицы велоклуба «Минск» Анны Терех, которая увезла из Питера 5 медалей. В том числе 2 золотые за победы в индивидуальной гонке и скретче. А еще были победы и медали на чемпионате Беларуси в многодневной гонке среди женщин, чемпионате страны в парной гонке, мемориале Большакова, Кубке Беларуси на шоссе и на треке. Велоклуб «Минск» задал высокую планку и из года в год успешно подтверждает свой статус лучшего клуба страны. Причем не только в спортивной и организационной, но и в медийной составляющей. Минск, всем доброе утро! С открытием велосезона! Мы начинаем! Социальные сети, реклама, видеопроекты, трансляции. В клубе стараются пробовать всевозможные форматы, ориентированные на разную публику, начиная от профессионалов и заканчивая детьми. Продвигая спорт, важно быть ближе к людям. Рассказывать о сложном простым языком. Восхитительная природа Беларуси, самобытная культура, богатая история, легенды, мастер-классы, встречи с интересными людьми. Все это – тревел-шоу «Велобайки». Идеальное путешествие по родной стране на двух колесах. Название второго телевизионного шоу «Велолав» говорит само за себя. Это проект про любовь к велоспорту, сделанный с любовью. А могло ли быть иначе, когда в качестве ведущего выступает Евгений Гуторович, известный в недавнем прошлом профессиональный велогонщик, вся жизнь которого связана с велоспортом? Яркий спортивный год заслуживал не менее яркого финала. Ставшая уже традиционной, торжественная церемония закрытия велосипедного сезона 2022 года «Viva Rover» состоялась в декабре при непосредственном участии велосипедного клуба «Минск». Церемонию, которая была посвящена 30-летию Белорусской Федерации велосипедного спорта, как всегда организовали красиво и масштабно. Событие включило в себя не только награждение лучших, но и яркое шоу с концертной программой. Лучших выбрали в шоссейных и трековых номинациях, а также среди гонщиков МТБ и BMX. Отметили не только элиту и молодежь, но и тренеров, журналистов, технический персонал и, конечно же, спонсоров и партнеров. Львиную долю наград собрали представители Минска. Вечерние платья и строгие стильные костюмы, свет софитов и впечатляющий антураж.
Церемония получилась с одной стороны яркой и масштабной, а с другой – уютной и домашней. Подытоживая свой сезон, лучший велогонщик 2022 года Евгений Королёк сказал важную фразу. «Несмотря на невозможность выступать на топ-турнирах, я не снижал требований к себе. Старался стать лучше». Пожалуй, это относится и ко всему велоклубу «Минск». Здесь не любят много говорить. Здесь привыкли делать. Когда возникает проблема, руководители и тренеры не ищут виноватых, а стараются найти выход из ситуации. И 2022-й, каким бы сложным он ни был, многому научил. Научил ценить настоящих друзей и партнеров. Научил пахать, а не работать. Научил преодолевать трудности и не снижать заданную планку. А еще дал уверенность в том, что у белорусского велоспорта большое будущее. Здесь нет безразличия. Есть огромное желание развиваться и совершенствоваться. Естественно, все это возможно в том числе и благодаря партнерам и спонсорам. В Минске всегда искренне и благодарно ценили любую помощь и финансовую поддержку. Наверное, поэтому компании, которые сотрудничают с велоклубом, а их уже более 150, в первую очередь друзья. Это дорогого стоит. Доказательство. Результат. Лаконичный девиз Минска, который лучше всего характеризует подходы к процессам. Так заведено с самого момента рождения велоклуба. 2023 для большой и дружной семьи единомышленников станет юбилейным. 10 лет с момента основания. Согласитесь, это совсем немного. Правда, оглядываясь назад, понимаешь, какую гору успели осилить люди, причастные к его становлению и развитию. А ведь это только начало.